живет в нашей сторонушке диво дивное, жар-птица сказочная. Да то ли птица, то ли краса-девица, искусница, затейница, да песни петь мастерица. А в песнях тех народных и судьба, и отрада моя. Ведь жар-птица, да и не сказочная вовсе, а живая, настоящая. Это ведь я. И про жар-птицу былинный сказ. Это про жизнь и про песни мои вам рассказ. День за днем, год за годом жизнь, как реченька, бежит. А в ней камушками вехи отмечены. И поездки дальние, и победы в состязаниях песенных, и встречи судьбоносные. Эх, столько на пути там пережито, передумано, перечувствовано. И поняла я для себя главное, глубинное. Я вольная птица, я народных песен певица. А еще я женщина и мать. Многое было на моем пути. Я ошибалась и падала, но вновь расправляла крылья и взмывала ввысь. В наших истоках сила моя и вдохновение. А истоки те — русская песня. Она для меня и дело, и призвание, и любовь навсегда. Я благодарна Богу за голос, за талант, за дар, что дан мне свыше и помогает делиться своими песнями, где есть и грусть, и радость, и воспоминания. И счастлива я безмерно, потому что вот уже 20 лет я песню русскую пою душой и сердцем. Люблю российские привольные просторы, а под ветром и вольные поля. За белой дымкой в снежных шапках горы, это все родная мне земля. На ранней зорьке, по нехоженной тропке, в России серебряный пройдусь я босиком. Меня приветствуют. Небо тоже.
Боже, как мне приятно, что сегодня свой законный выходной, праздничный вечер вы решили провести вместе с народной песней, вместе с народным танцем, вместе с Мариной Девятовой. Творческой деятельности. Много это или мало? Ну, наверное, я пойму это чуть позже. Но на самом деле это были прекрасные 20 лет. Было время для того, чтобы совершить ошибку. Было время для того, чтобы сделать работу над ошибкой. Но вы знаете, именно за эти 20 лет я точно знаю, что же хочет услышать мой зритель. И поэтому сегодня этот юбилейный концерт, это, наверное, концерт по заявкам моего дорогого, любимого зрителя. И продолжить его я просто обязана песней, которая является нашей с вами визитной карточкой. Моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Друзья мои, а это что, только моя визитная карточка? Малинка, малинка моя. Под сосною, под зеленою спать положите вы меня. Ай, люли, люли, ай, люли, люли, спать положите вы меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
Ой, вставала я ранешенька, умывался я белешенька. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Надевала черевички на пасу, я гнала свою корову на росу. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Я гнала свою корову на росу, повстречался мне медведь в лесу. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Я медведя испугалась, а в чистые кусты бросалась. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Ты медведюшка, батюшка, ты не тронь мою коровушку. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Ты не тронь мою коровушку, не губи мою головушку. Ох, мать моя, матушка, ты зачем меня на свет родила? Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Уж ты умную, талантливую, чернобровую, гагадливую. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Ой, вставала я ранёшенька, умывалась я белёшенька. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Ой, Лидоль, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Спасибо. Ну вот настоящий, настоящий праздник. Праздник народной песни. Ну а на праздник всегда принято приглашать гостей, родных и близких, друзей. И вот сейчас мне с огромным удовольствием хочется пригласить на эту сцену моего друга, потрясающего музыканта. Много было сказано всякого хорошего про его талант, про его потрясающий голос. Но я вам самое главное хочу сказать, что, может быть, нынче это и не модно, но самое главное, что он порядочный человек. Поэтому с огромным удовольствием хочу вам представить Александра Панайотова. Мне малым мало спалось, мне малым мало спалось. О, да во сне привиделась
мне малым мало спалось. О, да во сне привиделось. Мне во сне привиделось. Ой, будто конь мой вороной разыгрался, расплясался, разрезвился подо мной. Ой, да разыгрался, расплясался, сумел сон мой разгадать. О, да пропадет он, говорит, моя буйна голова. Ой, да пропадет он, говорит, моя буйна голова. Моя дорогая Марина Девятова! Александр Панайотов! Как я счастлив! Сашенька. Как я счастлив, что ты в Кремле! Как я спокоен за русскую народную песню! У нее есть будущее в твоем лице. Спасибо большое! Очень тебя люблю! Марина Девятова! Спасибо, спасибо, Сашенька! Александр Панайотов! Вау. Спасибо! Под русские гармошки, под бересту и ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная.
кадриль задорная. Дедов мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Оконченная работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Сейчас музыка будет немного потише, потому что о самом главном человеке, который есть у меня, это моя мама. И если бы не огромная любовь, если бы не этот ежедневный материнский труд, который, как правило, так незаметен, честное слово, не стоять бы сегодня мне на этой сцене. И на самом деле сегодня не только мой юбилейный концерт. Этот концерт, конечно же, я посвящаю своей маме, дорогой любимой мамочке, которая сегодня, конечно же, в этом зале среди почетных моих гостей. Мамуля! И вы знаете, на самом деле, так в жизни моей случилось. Я была очень неусидчивым ребенком, и все, что надо было играть, выигрывать, вызубрить, мне все это очень не нравилось.
А мама все время мне говорила, не знаю, почему этой профессии пугают детей, но она мне всегда говорила, говорит, Маринка, если ты не будешь заниматься музыкой, ты будешь дворником. А меня всегда, знаете, этот момент возмущал. Я думаю, а чего ж такого? Это же прекрасная профессия. Это же директор двора. А вы знаете, когда я впоследствии стала сама мамой, да еще и гастролирующей мамой, на самом деле поняла, как это сложно. И я, как сапожник без сапог, 20 лет творческой деятельности, а у меня ни одной колыбельной в репертуаре нет. И когда родилась моя доченька, я думаю, ну вот он, сейчас настанет мой звездный час. И я исполню все народные колыбельные, которые я знаю. Но вы не поверите, как только я начинала их исполнять, мой ребенок начинал плакать. Да. И я все-таки решила эту проблему, думаю, ну ладно. Все-таки надо же иметь в репертуаре колыбельную. И я записала авторскую. Замечательными, потрясающими, глубокими словами. Пока живы наши родители, мы – дети. И наши мамы, где бы мы ни жили, иногда порой и на разных улицах, да, в разных городах, в разных странах, наши мамы, даже тех, которых с нами нет, это наши ангелы-хранители. Поэтому следующую песню я посвящаю всем-всем-всем мамам на земле. Это моя мама. Можно я буду рядом звонкой весенней капелью, свежестью майского сада. И соловьиною трелью, свежестью майского сада. И соловьиною трелью можно я буду рядом солнце. Солнышком теплого лета, ливнем и звездопадом, капелькой лунного света, ливнем и звездопадом. Песнею ветра, легкой осенней прохладой, капли росы неприметной, легкой осенней прохладой. Росы неприметно. Можно я буду рядом. Можно я буду рядом.
Олежа, давай поаплодируем тетям и дядям. Ну-ка, как мы с тобой умеем? Спасибо, спасибо. Это моя семья. Ульяш? Ульяша? А, смотри-ка, тебе букеты дарят. Иди скорее принимай. Женихи пошли. Так. Так, давай мама примет еще один. Еще один букет. Так, молодец. Вот, все в семью. Умничка. Ульяш, ты знаешь, мы с тобой в Кремле. Знаешь? Ты знаешь, мой хороший, сегодня еще? Еще цветов дитя требует. Ну давай, принимай. Принимай, принимай. Ой, вот. Мне часто задают вопрос, кем бы я хотела, чтобы была Ульяшка. И на самом деле, мой хороший, дорогой, любимый человек, мне очень хочется, чтобы ты, самое главное, была самой счастливой женщиной на земле. И неважно, кто, кем ты будешь, какую профессию ты выберешь, я очень хочу, чтобы ты была счастлива и, самое главное, здорова. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за то, что ты у нас с папой есть. Ну а сейчас запомни эти аплодисменты. 5700 будут аплодировать тебе. Забирай, это твое. Пойдем. Аплодируем, аплодируем, аплодируем. Знаете, с возрастом еще и сентиментальной становишься. Ну, коль уж мы сейчас заговорили о семье, то, конечно же, самые теплые, самые-самые замечательные слова благодарности я буду говорить до последнего дня своей жизни своему отцу, папе. И самое главное, я буду благодарить его за то, что он научил меня любить народную песню. Он сделал ее для меня понятной, форматной и популярной. И, конечно же, этот праздник мы просто обязаны с ним провести вместе на этой сцене. Дамы и господа, народный артист России Владимир Девятов! Плеча, пожалей.
мои полным-полна, моя коробушка есть, и ситец, и парча. Пожалей, душа моя, зазнобушка, молодецкого плеча. Пожалей, душа моя, зазнобушка, молодецкого плеча. Марина Девятова! И Владимир Девятов! Спасибо! Спасибо, спасибо большое. Ну что, 20 лет. 20 лет – это серьезно, конечно. Вообще, я могу сказать, что Марина-то поет, конечно, больше, чем 20 лет. Петь она начала, когда ей было 3 года. И у меня эти уникальные записи дома существуют. И когда-нибудь, когда она будет заслуженной, потом народной, потом лауреатом всяких премий, эти записи я обязательно вам всем поставлю. 20 лет учебы, 20 лет гастролей, 20 лет занятий замечательными педагогами, замечательными специалистами. И я могу сказать вам коротенько, что Марина Девятова, она сразу певицей быть не хотела. Но она послушная девочка. Дорогие маленькие слушатели, слушайте пап и мам. Это вот тот самый пример, когда непослушная девочка слушать стала папу и стала в Кремле петь, выступать. Я очень рад. Я считаю, что это только начало великого пути. Удачи тебе, моя хорошая. Марина Девятова! Ну, а я, дорогие друзья, оставляю вас наедине с Владимиром Девятовым. Папенька, зал твой. Владимир Девятов! Спасибо, моя хорошая. Обижайте любимых упреками, бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Незримою, нитью незримою наши любимые, нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Наша жизнь не течение плавное, было бы в ней только...
сердцем хранимые, сердцем хранимые наши любимые, сердцем хранимые, сердцем хранимые наши любимые. Сердцем хранимые наши любимые, сердцем хранимые, сердцем хранимые наши любимые. Александр Буйнов. С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили. Все хотел он узнать, как же мы тут живем, где другие бы точно и дня не прожили. До рассвета я пел наши песни ему, и душа улыбалась, и сердце щемило. Он кивал головой в сигаретном дыму, но понять не сумел, в чем же тайная сила. Я по-русски живу, Бога в помощь зову, но и сам не плашать я стараюсь. Я по-русски живу, я сто раз упаду и сто раз поднимусь, улыбаясь. Прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня, я ответа тебя долго ждать не заставлю. Я по сердцу живу, ну а ты по уму, и с тобой не хочу я меняться местами. Ну давай, дорогой, я тебя обниму, и чтоб ты был здоров, в храме свечку поставлю. Я по-русски живу, Бога в помощь зову, но и сам не плашать я стараюсь. Я по-русски живу, я сто раз упаду и сто раз поднимусь, улыбаясь. Я по-русски живу, Бога в помощь зову, но и сам не плашать я стараюсь. Я по-русски живу, я сто раз упаду и сто раз поднимусь, улыбаясь. Я по-русски живу, я сто раз упаду и
сто раз поднимусь, улыбаясь. Спасибо! Спасибо огромное, что самое главное – песни душевные. Они всегда у нас в душе, в сердце. И что сегодня этот вечер, этот юбилейный концерт, вы пришли, поздравили и подарили нам замечательные, хорошие, добрые минуты, замечательных песен. Спасибо. Это... Спасибо большое. Марин, это я тебе не отдам. Хотя, по идее, должен даме, конечно, передарить. Знаешь что, я тебе должен не ответить, а просто сказать. Когда в моем репертуаре появляются такие песни, как «Я по-русски живу», они, конечно, должны звучать в твоем концерте. Было бы здорово, если бы перепел эту песню. Я тебе ее дарю. Спасибо! Спасибо! Александр Буйнов! Спасибо! Ну а я с огромным удовольствием хочу на эту сцену пригласить еще одного моего замечательного друга, певца, который так же, как и я, неравнодушен к народной песне. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Алексей Петрухин! Ромашек кружева пою венчальную вдали колокола. Вдруг опечалилась и, опустив цветы, люблю ли я тебя, спросил с улыбкой ты. Вдруг опечалилась и, опустив цветы, люблю ли я тебя, спросил с улыбкой ты. Ромашка белая в ладони спрятана, она с тобою нас давно сосватала. Люблю тебя, ты знай, не думай, не гадай, ромашки белые подружкам ты раздай. Люблю тебя, ты знай, не думай, не гадай, ромашки белые подружкам ты раздай. На пути ромашку белую, что глаз не отвести. Ох, ветром вольным был, да встретил на пути ромашку белую, что глаз не отвести. Ромашка белая в ладони спрятана, она с тобою нас давно сосватала. Люблю тебя, она с тобою нас давно сосватала.
Алексей Петрухин. Марина Девятова. Лёша, и наш зритель, дорогой, любимый, теперь поет вместе с нами. Балкончик. Ромашка белая в ладони спрятана, она с тобою нас давно сосватала. Люблю тебя, ты знай, не думай никогда, ромашки белые подружкам ты раздай. Люблю тебя, ты знай, не думай никогда, ромашки белые подружкам ты. Марина Девятова! Алексей Петрухин! Спасибо тебе большое! Спасибо за этот праздник русской песни, который ты нам подарил. Спасибо! Спасибо, Лёшенька! Ваши аплодисменты, Алексей Петрухин! Ты лети от Волги, от Урала, песня журавлиная моя. Проживи 100 лет, облети весь свет, но вернись в родимые края. Какая ж песня без баяна, Ивана, какая ж Волга без Руси. Песни возвращаются, как птицы, как бы труден ни был перелет. Вновь берез листва мне шепнет слова, вновь негромко сердце запоет. Какая ж песня без баяна, какая ж зорька без росы, какая сказка без обмана, какое ж горе. Сложилась словно песня, значит, песня сложена про жизнь. Про родимый край так баян сыграй, чтоб жилось и пелось от души.
Группа «Баян Микс». Оркестр «Душа Баяна». Художественный руководитель оркестра «Душа Баяна», мой друг, замечательный музыкант, певец Сергей Войтенко! Да! Мариночка, с юбилеем тебя! Опа! Захмелели клены у обочин, растрепал им кудри ветерок. Ты сегодня ночью, знаю, знаю точно, до утра опять уснуть не мог. Ты за мною ходишь, как мальчишка, плещется весна в глазах твоих. В нашем трехэтажном городишке не найти счастливее нас двоих. А знаешь что? Ходят, бродят, ходят, бродят разговоры. Все соседи на меня глядят с укором, говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры, разговоры. Ходят, бродят, ходят, бродят разговоры. Все соседи на меня глядят с укором, говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры, разговоры. Городок никак не может. Снова клёны машут издали рукой, ой-ой. И мне важно, кто был старше, кто моложе, в час, когда мы целовались над рекой. Ой, может быть, весна закончится однажды, осень встретим мы с тобой наедине. Только это всё не важно. Не мешайте, люди, быть счастливы мне. Ходят, бродят, ходят, бродят разговоры. Все соседи на меня глядят с укором, говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры, разговоры. Ходят, бродят, ходят, бродят разговоры. Все соседи на меня глядят с укором. Знаешь что? А? Ты ж меня любишь? Ну? И я тебя тоже. А? Ты у меня такой хороший. Ага. А то, что соседи говорят, ты их не слушай. Это все разговоры. Ага. Разговоры. Ходят, бродят, ходят, бродят разговоры. Все соседи на меня глядят с укором. Говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры. Разговоры. Сергей Войтенко! Марина Девятова! Группа «Баян Микс», мои старые добрые друзья, ребята! Ну, не такие уж старые, но добрые. Спасибо! Мариночка, да. Прям буквально пару слов. 20 лет – это всего лишь только начало пути, и у тебя впереди столько всего самого хорошего. У тебя еще, мы будем ждать от тебя, и я думаю, что меня поддержат, еще не одну дочку или сыночка. Да? И, конечно же, этот твой юбилейный концерт – это только начало, как я уже говорил. И у тебя впереди еще много-много будет таких концертов. Желаю тебе много песен, много концертов, много хорошей и доброй публики, как сегодня здесь собралась. Спасибо. Спасибо огромное. А я хочу сказать, что автором этой песни является как раз-таки мой друг Сергей Войтенко. Спасибо. Любим тебя. Друзья, это так прекрасно. Вообще, у меня очень много друзей, и я ценю дружбу,
ценю отношения. И, признаться честно, те мои друзья, коллеги, артисты, которые сегодня выходят на эту сцену, они правда друзья. Мы дружим не только на сцене, мы дружим домами, семьями. И вот сейчас я хочу с огромным удовольствием пригласить мою подругу, соратницу, потрясающей красоты девушку, которая так же, как и я, исполняет от всей души русские народные песни. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Заслуженная артистка России Варвара! А я хочу с огромным удовольствием на эту сцену пригласить моего друга, коллегу, замечательного артиста, замечательного певца. Ваши аплодисменты, дорогие мои друзья, Максим Лидов! Истории прошлого сплетенья
отступают ни на шаг и держат жесткими тисками, как тени тянут нас назад. А мне так хочется забыться, начать все с чистого листа, лететь по небу словно птица и криком резать облака. Птицы в белом поднебесье на пустыне облаков растворятся в вашей песне в глубине седых ветров. Птицы в белом поднебесье шепот грез среди теней пробуждают ваши песни солнце. Сквозь пространство пролетая, мы пробирались сквозь дожди. Мы новые вершины покоряли, и прошлое забыто позади. Птицы в белом поднебесье в белом поднебесье шепот грез среди теней пробуждает ваши песни солнце новое во тьме. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо ваши огромное. Аплодисменты, Максим Лидов! Марина, дорогая, одну секундочку. Я тебя просто хочу увидеть и поцеловать. Спасибо. Стоп. Я знаю, что вот этот вот я выбирал. Это мое. Марина, в этот день, сегодня, я хочу пожелать твоим песням безоблачного чистого неба, а тебе лично высокого полета. Я тебя поздравляю, дорогая. С праздником. Ваши аплодисменты, друзья. Спасибо! Это тебе родная. Максим Лидов! Спасибо огромное, что так тепло, по-домашнему уже. Встречайте моих друзей, которые так же, как и я, волнуются, переживают. Все-таки сцена Кремлевского дворца – это главная площадка нашей страны. Вы знаете, мне очень приятно, я рада тому, что в моем репертуаре присутствуют не только русские народные песни. Репертуар разнообразный, и песен очень много хочется всегда исполнить. Это и казачьи народные песни, это и украинские, белорусские, молдавские, грузинские. Но не перечесть, на каких только языках я не исполняла народные песни. Но вот сейчас на эту сцену выйдут мои друзья. Очень яркий коллектив, оригинальный коллектив, которые приготовили мне сюрприз. А вот какой сюрприз, друзья мои, я честное слово не знаю. Поэтому, ой, что сейчас будет? Ох, дамы и господа, поехали!
Пролягала она путь дорожка, пролягала она все широко, по чистому ебое волю, по чистому ебою. Как поеда я вот по дорожке, как поеда я была по широкой, стояла бела шатюе ворик, стояла бела шатюе ворик. Трошка, как из этого вода из белого выходила малое очи, выходила малое очи, выходила бы, а он все молочит, выходила бы, а он все веселый, казачье полагое овник, казачье полагое овник. Оркестр волынщиков города Москвы, его художественный руководитель, мой давний друг, мой однокурсник Артемий Воробьев. Артемий, что у тебя, скажи мне, что это за головной убор? Это головной убор американских индейцев. Они всегда были честными ребятами, никогда не шли на компромисс. Но дело не в этом. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я тебя так сильно люблю. За то, что есть у нас возможность сегодня выйти на сцену Кремля и устроить вот то, что мы сейчас сделали. Марина Девятова. Пускай у нас каждый год здесь будет концерт совместный. По-моему, хорошая идея, ребята. Поддерживаем? Да! Артемий Воробьев и оркестр волынщиков города Москвы! Надо что-то мне из аксессуаров, мне кажется, уже тоже себе в костюмчик. А что? Оригинально будет? Знаете, а то все сарафаны, да юбки, да платья.
Прежде чем исполнить следующую песню, я хотела бы сказать вам, дорогие мои и любимые зрители, огромное спасибо за то, что пишете письма. Конечно же, куда же мы сейчас без социальных сетей, мы же там все живем. Но, кстати, благодаря им у меня есть всегда возможность узнать ваше мнение об увиденной программе, узнать ваши пожелания. И вот все чаще и чаще стали приходить мне письма с просьбой исполнить следующее произведение. Для меня это дорогого стоит, потому что если песня остается в сердцах, если песня остается в душе моего зрителя, значит, я все правильно делаю. Ну, а если, тем более, это не просто песня, а замечательный, добрый, казачий романс, который много лет назад впервые исполнил певец из народа, фольклорист Юрий Щербаков. Ну, а сегодня я хочу с огромным-огромным удовольствием спеть ее вновь для вас. Казачий романс «Кукушка». Я не забуду никогда последней встречи у опушки. Откуда в этой тишине взялась разлучница кукушка? Скажи, кукушка, сколько лет, а? Мил проживет еще со мною. Ку-ку, да ку-ку, еще ку-ку, да торопливо улетит. Я пошла домой одна, а он остался у опушки. Весна по-прежнему цвела, но без любви и без кукушки. Ку-ку да ку-ку, еще ку-ку. Кого ждала, кого любила, он не вернется никогда. Судьба навеки разлучила. Ку-ку-ку-ку.
еще кого. Не говорите мне о нем, в былые годы не вернуться. Он виноват, подлец, во всем. Чего же слезы льются? Ку-ку да ку-ку, еще Люба! Как на черный ерек, как на черный ерек ехали казаки, 40 тысяч лошадей. И покрылся берег, и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля, братцы, раненого коня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба,
Государственный концертный ансамбль танцы и песни «Кубанская казачья вольница». Ее художественный руководитель, народный артист России Николай Кубарь. Но прежде мы, чем исполним следующее произведение, друзья мои, мы к вам за помощью. Обращаюсь сейчас к мужской части аудитории. Дорогие мои мужчины, нам сейчас от вас необходим такой настоящий мужской кремлевский свист. Боже мой! Подождите минуточку, а то так все рассвистите. Значит, припев вам хорошо будет известен. Три вещи необходимо делать. Первое. От всей души его петь. Слова вам хорошо будут известны. Второе. Параллельно с этим хлопать в ладоши. Только, знаете, не просто так, не халтурить, чтобы такие красные, опухшие ладоши были. И третье. Дорогие мои мужчины, вся надежда на вас. Свистим, что есть мочи. Вы готовы? Да ну! Вы готовы? Вот! Молодцы! Минутку! Маэстро, поехали! На горе стояла казак, он о Богу молился. За свободу, за народ низко поклонился. Thank you.
казачья вольница! Все-все-все-все-все! Полковник! Хороша и привольна казачья земля, яблонь цвет и восход заревой. Пусть свободно летит песня птица твоя над моей златоглавой Москвой. Ваши аплодисменты! Куманская казачья вольница! Z
Зорька алая, губы алые, а в глазах твоих, а в глазах твоих небо синь. Ты любовь моя долгожданная, не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Ты любовь моя долгожданная, не покинь меня, не покинь меня, не покинь. От плечам твоих с белым голосом льются волосы, только голову, только голову запрокинь. Своей нежностью, своим голосом не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Всех красивее, всех дороже мне стала ты. Даже капелькой своей нежности не остынь. Через сотни лет, через тысячи не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Через сотни лет, через тысячи. Не покинь меня, не покинь меня, не. Дорогая Мариночка, я хочу поздравить тебя с твоим заслуженным успехом. Как я понимаю, ты уже народная певица. Ты выполняешь очень важную миссию на нашей эстраде. Ты поешь истинные русские песни, пропагандируешь настоящую русскую культуру. Спасибо тебе огромное за это. Я хочу пожелать тебе удачи во всех твоих творческих начинаниях. Спасибо. Спасибо огромное. Глебушка, спасибо. Глеб Матвейчук! Марина Девятова! Чиня, очень.
друго знанес, ма пирами шукаране. Лоліпхаба і мечінава, хо-хо-хо, як ваш штуке, як ваш манга, хо-хо-хо, ай на 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 хо-хо-хо, як ваш штуке, як ваш манга, хо-хо-хо. Синяя птица вьется, а вокруг весна смеется. Но ты сказал, что сильно любишь, хоп-хоп-хоп, на других смотреть не будешь, хоп-хоп-хоп. Ай, на-на-на-на-на-на, хоп-хоп-хоп, на других смотреть не будешь, хоп-хоп-хоп. Захожу я в лесок, сорвала я там цветок, приколола голове, чтоб понравиться тебе. Тебе. Сама садик я садила, сама буду поливать, сама милого любила, сама буду целовать. Эш ты! Давай, давай! Вот у нас такой замечательный, жгучий и яркий, очень горячий цыганский табор, которому с огромным удовольствием хочет присоединиться мой друг, потрясающий певец с бархатистым, таким красивым баритоном. Дамы и господа, ох, добро пожаловать, Сергей Волчков! К долгожданной гитаре я тихонько прильну. Осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, зазывно звеня, добротою наполнив тебя и меня. Я гитару настрою на лирический лад, и знакомой тропинкой уйду в звездопад. Быть счастливой, как песня, попрошу я ее, и гитара сорвется, как сердце мое. La la la.
теперь вместе с нами! От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, ой, гитарная струна. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, ой, гитарная струна. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Сергей Волчков. Огромное счастье, огромная радость выступать с тобой на одной сцене. И огромная радость быть просто твоим другом. Спасибо тебе большое, что ты есть в нашей жизни. Я желаю тебе всегда творческих больших успехов. И, конечно, чтобы твоя благодарная публика приумножалась каждым днем. Спасибо, я тебя люблю. Хорошая. Спасибо. Сергей Спасибо. Волчков, ваши аплодисменты! Ну, как приятно! Как приятно, когда талантливые друзья с удовольствием просто так приходят и проводят это время с тобой, время твоего юбилейного сольного концерта. Как правильно говорят, да? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Я счастливый в этом смысле человек. Ну что ж, и вновь я хочу с огромным удовольствием пригласить на эту сцену потрясающего певца, красавца, лауреата международных конкурсов Александра Шалунова. Ваши аплодисменты! Бескрайняя за околицей и в судьбе. Я тебе, земля, низко кланяюсь, в пояс кланяюсь тебе. Мой родимый край, место отчие, ты прав. Своё оглянусь, малым
Спасибо. Всегда грущу, когда уеду куда-нибудь в далекий край. К тебе во сне иду по следу, дождями след мой не смывай. А там вдали, в тумане синем, дожди льняные в рассвете дня. Летят весною птицы, они летят из дальних стран. Они хотят дождя напиться, пересекая океан. А там вдали, в тумане синем, дожди льняные в рассвете дня. Россия зовет меня. Пускай дожди пойдут густые, пускай застынет лист на льду. Я слышу сердца позывные, и я иду к тебе, иду. А там вдали, в тумане синем,
Заговорили о родине, мы заговорили о нашей великой родине. И я, как мама, уже точно знаю, что родина начинается в семье. И те песни, которые мы слушаем дома, та традиция и переходит к нашему подрастающему поколению, к нашим деткам. В моей семье всегда звучала народная песня. Ну, и, конечно же, пластинки, которые папа ставил для прослушивания, для ознакомления с народной песней. Это была разная музыка, разная народная музыка, но замечательная певица, великая артистка, которая в этом году 10 июня отмечала бы свой юбилей, 90-летие. Эта артистка всегда звучала в нашем доме. Ее песни, ее музыка, ее потрясающий голос — Людмила Георгиевна Зыкина. И мне вдвойне сегодня приятно то, что сегодня со мной на этой сцене коллектив, ее коллектив, государственный, академический, русский народный ансамбль «Россия». И дирижер, мой хороший друг, замечательный композитор, баянист Дмитрий Дмитриенко! Димуль, а давай нашу любимую. Хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, мне 17 лет. Сказала мать, бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог. Когда домой придешь в конце пути, свои ладони в Волгу опусти. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, Алтай край.
Среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне уж 30 лет. Твой первый взгляд и первый блеск весла, все было. Я не грущу о той весне былой, взамен ее твоя любовь со мной. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края. Хлебов спелых, среди снегов белых, гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет. Здесь мой причал, и здесь мои друзья, все без. Легких полет в звездной тишине. Другой мальчишка подпевает мне. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет. А мне 17 лет. Хорошие дамы, похулиганим немножечко. Ох, как ты мне нравишься. В роще пел соловушка там вдали песенку о счастье и о любви. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой. Песенка знакомая и мотив простой. Ой-ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Цепи мои крепкие, тебе не разорвать. С чарами не справишься, а век ты будешь мой. Ой-ой, как ты мне нравишься. Ой, ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой, я бы тебя спрятала в рот.
что, мои хорошие дамы, я предлагаю вот это «Ой» сейчас от души всем вместе, чтоб дома все было хорошо. Поехали! В роще пел солом. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. И так всегда со мной. Вот как молодой, красивый. Сразу вот видите-ка, пожалуйста. И обязательно к другой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, потрясающе. Дамы, вы поете на 5 с плюсом. Сейчас я предлагаю эту традицию нам с вами поддержать. А присоединиться к нам потрясающий мужчина. Мой друг, заслуженный артист России Сергей Куприк. Ваши аплодисменты! Старый клён, старый клён стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Кто-то любит гармониста. Спасибо большое, дорогая Мариночка. Я от всей души тебя поздравляю с этой круглой, торжественной датой. Это, знаешь, 20 лет, это уже очень много. Но я хочу пожелать тебе творческого долголетия. Пусть будет это столько лет, сколько роз в этом букете и столько же кремлевских концертов. Спасибо. Сергей Куприк! Сергей Куприк!
так поете потрясающе. У нас сейчас с вами такой настоящий получился хор. Ну что ж, в этом году еще один замечательный композитор отмечает юбилей. Это мой дорогой, любимый Александр Сергеевич Морозов. И он мне песню подарил. Говорит, Маринка, вот тебе песня, ты ее пой с народом. Я сейчас к вам приду. Говорит, самое главное, ты просто ходи туда-сюда. Они все сами тебе исполнят. Ну, я пошла. Речка быстрая, каменистая, в нашей местности протекает, и волшебницы... Добрый вечер, вы же поете, да? Эту речку величают. Если в чем-то сомневаешься и обиды горькой маешься, ты к реке поспеши, все ей расскажи. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит. Вдаль далеку, к морю синему, путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам. Смелее, смелее, хлебай! А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам. Молодцы! Добрый вечер! Чистую, серебристую, словно в зеркало смотрят люди. Бросишь камушек ей на донышко, и она тебя рассудит. Поругает нерадивую, пожалеет несчастливую. Добрый вечер! А того, кто влюблен, дарит свой поклон. Беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам. Толкучек смелее. А пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. Льется реченька, наши реченьки, задушевная и простая. Только вслушайся в эту музыку, морю синему. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам. Молодцы! А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам. Розпрягайте, хлопці, кони, та й лягайте спочивать. А я піду в сад зелений, в сад криниченько копать. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, як дівчина, саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, як дівчина, саду ягод рвала. Копав, копав криниченьку, чорнява, як дівчина, в саду ягоду рвала. Маруся, раз, два,
как девчина, в саду ягод рвала. Вышла, вышла девчинонька в сад целенные воду брать, а за нею косаченько в это поле наповать. Маруся, раз, два, три калини чорняла, як дівчина в саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калини чорняла, як дівчина в саду ягод рвала. Вона ростом невеличка, шей вода не молода, руса коса, то пояса, в косі лет виколупа. Маруся, раз, два, три калини чорнява, як дівчина в саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калини чорнява, як дівчина в саду ягод рвала. Розпрягайте, хлопці, кони, хай лягайте спочивати. Маруся, раз, два, три калини чорнява, як дівчина в саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калини чорнява, як дівчина в саду ягод рвала. Заспівай, Маруся, дальше. Маруся, раз, два, три калина. Давай, давай. Крепко аплодируем! Маруся, раз, два, три калина чорнява, як дівчина в саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калина чорнява, як дівчина в саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калина чорнява, як дівчина в саду ягод рвала. Ну а теперь вместе с нами! Маруся, не подведите! Чего ж думаете, это все, что ли? Нет, что? У меня ж концерт юбилейный! Мы ж с вами сутки петь будем! Ну ладно, ребята, отдыхайте. Сказать, что я переживаю, сказать, что я нервничаю, не сказать ничего. Как говорил Иосиф Давыдович Кобзон, если артист перестал
хотя бы чуть-чуть переживать, испытывать какую-то нервозность перед выходом на сцену, ему пора заканчивать творческую деятельность. Не дождетесь. У меня все только начинается. Я хочу сказать каждому из вас здесь присутствующему огромное-огромное спасибо. И буду говорить спасибо после каждой песни, после каждого выхода, потому что я абсолютно уверена, что только благодарный человек может быть счастливым человеком. А я, как уже пелось в одной песне, «Счастливая женщина», песню русскую пою душой и сердцем. И хочу сказать вам огромное спасибо за то, что этот день, этот праздник вы провели вместе с нами. И как поется в одной старой, доброй, народной песне, которую я абсолютно уверена, мы сейчас с вами исполним вместе. Будьте здоровы! Живите! Ваша правда! Спасибо, Кремль! Я начинаю, вы продолжайте. Будьте здоровы, живите богато. Мы славно гуляли на празднике вашем, нигде не видали мы праздника краше. Как в вашем колхозе широкое поле, для счастья цветет ваша доля. Пусть будут на речках да светлые воды, пусть плавают в речках гусей хороводы. А ладоши присоединяем, чтоб жизнь была счастливее, чтоб на поле жито дружней колосилось, чтоб сало в кладовке все время водилось, чтоб в печке горячей шипела бы шкварка, огне, если надо, нашлась бы чарка. Чтоб к вам приезжали желанные гости, чтоб люди на вас не имели бы злости, чтоб дружной работаю вашей бригады все были довольны, довольны и рады. Еще пожелать вам немного осталось, чтоб год по ребенку у вас нарождалось. А если по счастью и двое прибудет, никто с вас не спросит, никто не осудит. А если по счастью и двое прибудет, никто с вас не спросит, никто не осудит. Так будьте здоровы, живите богато. Так будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому до хаты, а мы уезжаем до дому до хаты. С гардеробом я договорилась. Да. Я ж не каждый день, знаете, в Кремле сольный концерт даю. Артист на сцене прекрасен сам по себе. Но артист без дружной, сплоченной, профессиональной команды на сцене просто не может быть. Поверьте, я это точно знаю.
Поэтому я сейчас хочу, чтобы вы такими же теплыми, такими же дружными уже народными аплодисментами поприветствовали тех людей, которые по-настоящему старались, которые жили вместе со мной этим концертом. Ваши аплодисменты! Самому главному человеку на этой концертной площадке низкий поклон. Генеральный директор, художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, народный артист России Федор Михайлович Шабалтай. Федор Михайлович, спасибо вам огромное! Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Национальный русский балет «Возрождение» под руководством Валерия Анучина. Хореографический коллектив «Карусель». Творческий центр Ангелины Коробиной «Буска». Поаплодируем. Вол-группа «Ярмарка». Шоу-балет «Ярденс». Мой бессменный друг, директор Ирина Девятова. И я хочу огромное спасибо сказать продюсерскому центру «Оникс» и лично генеральному директору Александру Маношину. Саша, спасибо вам огромное за то, что сегодня моя мечта сбылась. Спасибо! Ну и, конечно, сегодня, когда я пришла на эту площадку, я сказала: сегодня вы моя мама. Режиссер-постановщик сегодняшнего потрясающего народного шоу Галина Симонович. Галина Ивановна, я вас люблю! Я хочу от всей души пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Не болейте. Пусть Боженька хранит каждого из вас. И пусть самое главное, каждого из вас дома всегда ждет теплая и, самое главное, любящая вас семья. Низкий вам поклон, ваша Марина Девятова!